апартаменты наши в данном случае состоят из двух спален. Заходим сразу в холл. Холл, кухонный стол, даже не кухонный, а обеденный стол, 4 стула. Кухня очень неплохая. Вообще апартаменты мне очень понравились. Они были сделаны в 2019 году, поэтому тут все так очень... Все есть. Плита электрическая, микроволновка очень классная. Такая прям красивенькая. Небольшой холодильник внизу под микроволновкой. Небольшой, но в принципе нам на семью из троих взрослых один ребенок вполне хватило. А кофемашина на капсулах, потом две комфортки, электрическая плита, тут всякие сковородки, кастрюльки, половники, сверху вилки, ножечки, все очень хорошее, все очень новенькое. А ножички прям такие столовые, но они режут очень хорошо. Посудомойка небольшая, но опять же, на неделю нам из семьи 3 взрослых, 1 ребенок всего вполне хватало. Так, также есть здесь телевизор и еще одна дополнительная тумбочка, но я не пользуюсь. Так, спальня. Тут две спальни. Одна спальня вот такая большая, здесь двухместная кровать. Тоже постельное белье очень хорошо все подготовлено. Вот в плане организации мне здесь все очень нравится. Хорошая постель, хорошие матрасы. Нам с ребенком здесь было очень удобно спать. То есть ничего, они хоть и двойные матрасы тут. Матрасы двойные, но они не разъезжаются. За счет того, что здесь вот это вот жестко их держит, они не разъезжаются. У нас ребенок вот между нами спокойно спал. Так, очень красивый вид из нашего окна, прям очень красивый. Вот горы, я сейчас не очень хорошо видно, но вот там вот прям видно горы. Все занесло просто сейчас снегом. И у нас вот тут концерт был, 3 дня фестиваль, скирок был. И вот здесь вот прям на пешеходном переходе, вот видите, там где люди, там у нас стояла сцена, и прям у нас тут виповые места были. Можно было слушать все отсюда. Так, здесь также есть телевизор. Телевизор в каждой комнате. На такую маленькую квартиру 3 телевизора даже занадто. Но кому-то они надо. Так, шкафчик. Все супер. Не знаю, мне очень понравилась. Квартира классная. Все есть. Все вот хорошо организовано. Все очень миленько. Вот даже свет вот такой вот есть. Видите, и для чтения лампа, и такая лампа. От этого включается свет вот здесь везде. Но очень, очень продумано все. Видно, что люди душу вложили, не просто так наклепали чего-то там. Так, пошлите, я покажу вторую спальню. У второй спальни есть небольшой минус, но тем не менее, все равно она тоже хорошая. Тут диван, но он раскладывается. То есть нашему человечку было проще спать вот так на сложенном диване. Можно его вполне нормально разложить. И получится полноценная двухместная кровать. Опять же, телевизор, тумбочка. Опять же шкаф, такой же, как и в первой спальне, хороший, вместительный. Ну, вот тут у нас вид на кладбище. Ну, понятно, не обычное кладбище, а какое-то кладбище при главной церкви этого поселка. То есть тут какие-то, наверное, священники похоронены, ничего такого особенного, но чуть-чуть смущало. И вид отсюда, вон там, отсюда видно уже наши подъемники. Опять же, снег идет сейчас, мало что видно, но они там есть, поверьте мне. Балкончик тоже есть. Вот. На каждом, тут два балкончика, один из холла, другой из вот этой спальни. На каждом балкончике два стульчика, столик. Так, давайте еще посмотрим ванну с туалетом. Тут душ, ванны нету. Душ вот трапеханский, не знаю, как он там называется. Есть обычный душ, есть такой верховой. Есть вот большое зеркало, очень удобно, с подсветочкой. Сверху подсветочка, обычные зеркала, ванна хорошая, фен есть. Фен хороший, нормальный абсолютно. И отдельно туалет.
и отдельно туалет. Небольшой, но замечательная маленькая раковина. Руки помыть можно, все хорошо. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще вернемся. Классные апартаменты. Близко к склонам. К склону, тут, я не знаю, метров 700-800. Но, в принципе, вполне можно дойти по ногами. Нет никакого большого перепада. То есть все очень комфортно. Единственный минус, что мне здесь не понравилось, это то, что у них нету своей парковки. И у нас тут был какой-то miscommunication в этом плане, потому что мы поставили машину, а потом нас просили несколько дней подряд ее убрать, нам непонятно было, куда ее убрать. Ну, в общем, разобрались, но как бы парковки нет, это факт. По всяким бокалам, тарелкам все есть, тостер есть, чайник есть, все классно. Что особенно хочется отметить, в этих апартаментах есть лифт. Меня это очень сильно удивило, потому что и лифт такой хороший, нормальный, вместительный. То есть тут всего, мы на втором, всего 3 этажа, но для этих 3 этажей они специально установили лифт. Очень классно, вот именно людям, которым он нужен. Да, в принципе, он всем нужен, потому что мы постоянно им пользуемся, с бордами, с лыжами, он нам надо. Ну и людям, которые не могут воспользоваться лестницей, это тоже очень удобно. Видите, он на постройка 19-го года, 1000 килограмм на 12 человек. Очень классно, очень быстро, вообще супер. Вот такие у нас апартаменты, да, с видом в австрийском городке.